я пока тут вот ходил, готовился к эфиру, какой-то почтальон приходил. Почтальон приходил, действительно, и принес для тебя подарок. А на самом деле подарок для всех нас, для всех вас и для всех нас, дорогие зрители канала «Навальный Лайф», это сейчас озвучит Коля, что это такое. Господи. Вот смотри, Люба, это ты у нас такая блогерша, не знаю, не буду говорить хайпажора, потому что ты уже, конечно же, да, экс-блогерша. Есть такая анбоксинг, да, такая прилуда? Как она ты делается? Ты пока открываешь, давай я озвучу, где будет проходить мероприятие в Астрахани. Оно состоится 18:00 в парке «Дружба». Остановка «Жилгородок». Там можно будет прийти и послушать Алексея Навального, который будет общаться и отвечать на вопросы, говорить о своей президентской кампании, говорить о той программе, с которой он идет на выборы в 2018 году. Это все прекрасно, Люба. Об этом мы еще скажем не раз. И об этом говорим. Ну смотри, тут бумажка. Давайте бумажку тебе, а подарок мне. Но на самом деле бумажка еще раз. Бумажка из Ютуба. С бумажкой. Та-дам, друзья! Кнопочка, которую мы все с вами заслужили. Мы... ура! Ура! Операторы, Оксана Баулина, люди, которые помогали всегда все это делать. Это же не просто какой-то программе, всему каналу. Каналу «Навальный Лайф» и программе «Кактус», и программе «Где деньги», и программе... Даже программе будет хуже. И то, да, вот Сергей Смирнов, будет лучше. Всегда давайте... Это кнопку, которую дали за 100 тысяч подписчиков на канале «Навальный Лайф» от Ютуба. Ее нужно где-нибудь, не знаю, поставить сзади или повесить куда-нибудь. Это свидетельство о том, что вы, дорогие зрители программы на канале «Навальный Лайф», смотрите, поддерживаете, оставляете свои комментарии, ставите лайки. И это такое вот свидетельство о том, что наша информация, которую мы рассказываем, наши мнения, новости, которые мы озвучиваем, они действительно важны и востребованы. Еще раз хочу сказать спасибо всей команде канала, всем даже тем, это же много людей, много людей, которых вы не видите, это операторы, ректора, люди, которые помогают нам каждый день. И, конечно же, друзья, никакой кнопки не было бы без вас, без наших любимых зрителей. Спасибо вам большое. Будем стараться для вас. Переходим к новостям. Вперед к золотой кнопке. Золотой кнопке, да. Сейчас была серебряная.